Всем привет! Сегодня у нас будет роллинг героев на 66 тысяч самоцветов. Мы находимся на аккаунте моего подписчика Сергея, который нам его предоставил для выбивания новых имп, которых у него нет. Аккаунт донатный. Донат такой же приблизительно, как у меня на китайке. Сейчас посмотрим героев, какие есть, и сравним. Так, ну тут аккаунт, наверное, постарше, чем мой на китайке. Анубис есть, в потолок вкачанный, с богом войны. Неплохо. Варлок хорош для битвы гильдий. Прекрасно. Стрелок, стойкость тоже good. Раси кремочка. Воодушевление, бог войны, но бог войны не стоило качать, лучше каменку. Каменка, хорош, разброс. Да, ничего так, аккаунт. Корка вторым талантом, берц пойдет. Купидончик, гуд. Валя. Так, дерево 4-5, ремочка, череп. Разброс. Ну, понятно, не вкачивает он еще. Судя по всему, аккаунт тоже недавно создан. Вот, Ронин уже с ожогом даже есть. Круто. Бигфут каменка пойдет. Думал, с новым талантом в топ прокачанный. Так, шапочка, бог войны, то, что надо. Афинка качается еще. Фрэнки. Корка. На время сойдет. Бог войны. Пятый пойдет. Минотавр. Ну, видите, недавно, наверное, только начал его качать. Сейчас посмотрим, что пройдено. Неплохо, неплохо. Вторым талантом разброс. Не знаю, с кого он будет снимать. Вот еще один ворожай с ОЗ-шкой. Малышник. Ну и все, пошли допы. Еще один минотавр. Тесса, дракон. Ну, неплохо, неплохо. На такой донат, в принципе, очень даже хорошо. Так, ну, нам тут надо выбить Сидну, Фрейю, Повелителя Бури, последних героев, которые реально очень хреново здесь падают. Давайте посмотрим, что у него на складе. Так. Минотавр еще один, череп. Ворожей есть, 9 малышей ников, Ронин повторки. Ну, вроде ничего так. Так, находится в гильдии Рамштайн, ник у вас. Как-то интересно. Сейчас посмотрим, что там за гильдия. Так, ну, судя по местам, у них немножко печально с набором, поэтому кидайте заявочки. Гильдия Рамштайн, 40-75, 196, пропуск, недобор, багакик. Наверное, активно кикают всех, поэтому всегда недобор. Факела 20-45, атака фортов 20-00, явка обязательно. Босс 3, 21, босс 5, 21-30. Так, хорошо. Кидайте заявочки, а мы сейчас еще разок посмотрим алтарь. Что у него со вторыми эволюциями. Так, а их не так уж и много. Держимый. Не понял. А что, одержимый? А, есть одержимый, все вкачанный. Так, ну, вроде как более разобрались. Что, побежали ролить недостающих героев. Думаю, места нам тут хватит. Поехали клоцать по 450. Вот так вот сразу ведьма. Однозначно, ребята, лайк.
Поехали дальше. Просто жесть какая-то. Судя по всему, тут будет топовый роллинг. Королева змей. Сразу три. Почти три оборотня. Немножко нам не хватило. Так. Давай, рандом. Призрачный всадник. Заклинательница. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Была у нас заклинательница или нет? Что-то я ее не помню. Анубиса видел, а вот заклинательницы нет. Да, ее нет. Ну, первая недостающая есть, поздравляю. Вроде как. Да, недостающий герой. Побежали дальше. Так, бульдозер. Это все хорошо. Душегуб. Так, ну чё с вами, ребята? Давайте. Самых им дали, короче, нам. Рыцаря и паладина. Типа разогнались, ребята. Блин. Опять призрачный всадник. Триант. Ну это все, конечно, круто, но где Фрея? Медуза. Надо Фрейку сюда словить. Снова Зила. Да что такое? Да просто жесть какая-то, ребята. Давайте еще разок. Друид. Ну, попробуем этим дедовским способом. Что-то он не действует. Надо просто... Блин, Валентина князь тыква. Ну... Люблю я сам испускать дракокас. Опять душегуб. Но что-то падает как-то так. Гаргул. Но он ему уже не нужен. Дракула. Ну, рандомчик, давай. Блять. Просто жесть какая-то. Чё это с рандомом случилось? Леди Лео. Блин, ну даже не знаю, сейчас в рейде сходим. Аж печально на это смотреть, больно. Леди Лео. Леди Лео, Леди Лео, Леди Лео. Леди Лео уже есть. Ну, не знаю, не знаю. Не нравятся мне роллинги в такие дни. Особенно понедельник. День тяжелый. Так оно и получается. Ну, заклинательница, ну, блин. Блин. Хочется какую-то имбу все-таки. Повелителя бури, либо эту. Так, ну, мне кажется, все-таки лучше ролить в дни, когда есть акция на трату самоцветов, потому что это просто жесть. Блять. Сорока, блять, три призрачных всадника. Чё это за хрень? Душегубы. Ну, блять, хотя бы одна. Поздравляю, поздравляю. От души. Все одна есть. Заказывали, получите, распишитесь. Но у нас осталось 17к, и нам надо еще выбить. Надо еще выбить Фрейю. Ну, хотя бы Фрейю. Помимо Фрейя можно еще Повелителя Бури.
Однозначно нам надо в рейд сходить. Сделать все нужды в рейде и... Давайте, давайте, тащите, тащите, ребята. Вам надо Фрея в помощь. Все, красавчики затащили, побежали дальше ролить. Так, 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 так. Так. Ну, давай. Рандом, не подведи нас. Хотя Седна ему для БГ самое то. Блин, думал Фрея уже. А все-таки фея. Блин, ну призрачный всадник, да чё за фигня? Сколько тебе надо уже? Череп. Опять Леди Лео. Блять. Ну реально, на аккаунте больше падает всякой дичи, чем нужных героев. Но хотя бы упал, конечно, нам недостающий. Это радует. Тесса еще одна. Ну, это тоже повторочка пойдет. Блять. Ну, по два сколько может падать? Дай что-то нормальное. Че это за фигня? Сука, жесть. Просто жесть. Да. Печалька, печалька. Но Седна упала нам, в принципе. Ну, с 66к и заклинательница, два недостающих героя ему упала. Я все-таки ожидал большего. Ну, Тесса еще упала. Повторочка. Ну, призрачных всадников насыпала. Просто жесть. Лео тоже, смотрю, у него визабилии. Черепок упал. Тоже неплохо. Варлок там был. Ну а все остальное тут, в принципе, нафиг не надо. Давайте откроем этих двух героев. Седна это именно то. Если правильно прокачать на БГ, он просто будет трешивать. Ему этих героев с головой хватит. Хотя, как видите, у него минимум доната. Вот в чем разница. Такой же донат, по сути, как у меня на китайке. Только у меня есть... Некрос есть, Вольт есть, у него этих героев нет. У меня есть Фрея, у него ее нету. То есть Седна у него тоже появилась. Но у меня там Ронина нет, Ирину нет, тут есть. Так, давайте посмотрим, какие там таланты упали. Ради интереса. Замедление 2.8, Бог войны 2.8. Ну, я думаю, талантики он сам себе уже наролит. Он уже решит, что кому ставить. Так, ну... В принципе, все. Еще разок гильдия. Гильдия Рамштайн. Очень активная. Пропуск, недобор, сразу кик. Так что, ребята, если решили вступить, обязательно явка на все локации. Босс... В третий 21, босс 5 21.30, форты в 8 вечера по МСК. Кидайте заявочки, вступайте. Ну, поздравляю Сергея с двумя недостающими. Хотелось, конечно, выбить Седну и повелителя дырочек, но не знаю. Лучше все-таки ролить как-то на выходных. Мне самому более интересно на выходных ролить. Понедельник это действительно... А, он... качает таблеточки. Не тот день, когда это надо делать. Но Седна есть. Качаю, у тебя тоже куча героев, как у меня на китайке, которых надо качать, влаживать ресурсы. У тебя, конечно, уже вторые эволюции. Мне до этого еще не скоро. Но это не точно.
Все, подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайки, пишите комменты под этим видео, что кому падало, возможно, сегодня. Кидайте заявочки на роллинги. Всем пока.